команда «Литек». Накаляется атмосфера, поэтому в этот раз мы-то точно уже покажем огонь. Вот. Дай бог, пройдем. У меня вот несколько любимых таких участников появилось на этом проекте. Я болею вот за них, чтобы они победили. У меня есть надежда на них. Мы пришли за победы, чтобы просто посмотрели люди, там, не знаю, в интернете, по телевидению, и сказали то, что, вау, есть такие ребята, это круто. Вау, огонь, ребята, вообще круто! Даже я вот реально не ждал столько спецэффектов. Как вы сами оцениваете свое выступление? Мы профессионалы все, то есть каждый своего дела, вот. И мы совместили все это, естественно, для нас это было большим адреналином на тренировках, но все же мы справились. Ну и наши судьи, что же они думают? Это было очень интересно. Захватывающе. Получилось очень хорошее шоу. А я вот боялся вот каких-то вот моментов, что может что-то пойти не так. Но слава богу. А мне немножко не понравилась одна вещь, ребят. Надеюсь, вас это не расстроит. Вы прекрасные артисты разных жанров. И все вы знаете, есть такое слово «кода». Финальный бах.
И вот в конце мне его не хватило. То есть, наверное, может быть, номер надо было раньше закончить, когда вот этот фейерверк, и на этом был бы конец. Это была бы удивительная точка, но так все равно здорово. Вы молодцы, спасибо. Литек, спасибо вам большое. Удачи! Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.